Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем, каким образом добавлять несколько тегов на все ваши видеоролики или на несколько ваших видеороликов на канале. Мы находимся в менеджере видео. Здесь, собственно говоря, и можно производить эти действия с тегами. Что нам нужно для начала? Для начала нужно выбрать те видеоролики, в которые мы будем вставлять наши теги. Нажимая на эту кнопочку, мы выделяем все видеоролики. Нажимая еще раз, мы убираем их. Еще раз, если вы нажимаете на эту кнопку, вот здесь у вас появляется еще одна «Выберите все свои видео». Если вы нажмете на нее, то вы выберете все видео на вашем канале. Мы хотим поменять теги, например, в этих трех видеороликах. Для того, чтобы именно поменять теги, мы нажимаем на действие, затем переходим в теги. У нас появляется окошечко, где мы, собственно говоря, добавляем в конец списка наших тегов наши интересующие нас ключевые слова. Давайте добавим, ну, например, несколько тегов. Единственный момент, когда вы добавляете один тег, то будьте аккуратны, потому что, скажем так, если вы добавляете двух- или трехсловный тег, YouTube, он разбивает эти два двусловные, трехсловные теги на однословные и добавляет их в ваш видеоролик. Поэтому смотрите, как я делаю, затем протестируйте на своих видеороликах. Давайте добавим тег, называется первый тег. Второй тег и третий тег. Заметьте, я перечислил все наши теги, которые мы добавляем. У нас есть три тега. Я перечислил их через запятую. Собственно говоря, YouTube понимает, что первый тег закончился вот на этом моменте и ставит его вот таким вот двусловным. Нажимаем «Отправить», нажимаем «Подтверждение» и вносим. После завершения редактирования у нас будет. Давайте после этого посмотрим, что какой у нас получился в итоге, какие теги у нас получились. Итак, у нас обновились три видео. Давайте посмотрим, какой у нас получился результат. Заходим в видеоролик и смотрим. Тег третий тег. Вот он, тег первый тег и тег второй тег. Собственно говоря, у нас все три тега внеслись в ваши видеоролики. Если вы хотите удалить какие-то теги с вашего канала, ну, со всех ваших видео, то там тоже присутствует такой вариант. Вам нужно будет для этого нажать, еще раз выделить те видеоролики, которые вы хотите, из которых вы хотите удалить теги, нажать на действие, теги, и здесь вместо «добавить конец» просто нажать «удалить». Здесь вы вводите те теги, которые вам нужно удалить, например, первый тег. После этого YouTube, когда вы введете «Отправить», он удалит такой тег из всех ваших видеороликов, которые есть у вас на канале. Что ж, надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!